Каждый из нас является автором. Мы пишем, создаем объекты интеллектуальной собственности, зачастую не понимая, что мы делаем. Длинные сообщения с пожеланием теплых слов, фотографии в наших телефонах – все уникальные объекты авторского права, которым предоставляется серьезная защита, в том числе посредством неспецифического инструмента, не гражданско-правового, а посредством Уголовного кодекса. Интеллектуальная собственность – понятие сложное, дискуссионное. Ведущие ученые спорят и обсуждают, что же мы будем понимать под ней. Но фактически все отношения, которые возникают по созданию чего-то нового, представляют собой три основные группы отношений. Первое – это, собственно, авторство. Это право неимущественное, оно защищается всегда и во всяком случае и не может быть передано кому-либо. Второе право в юриспруденции именуется правом исключительным. Исключительное право предоставляет возможность не только именоваться автором, но и использовать свои, результаты своей интеллектуальной деятельности, в том числе в экономической или предпринимательской деятельности. И третья группа – чисто экономические права. Это права на средства индивидуализации, товарные знаки или бренды, знаки обслуживания в том числе. Для каждой группы этих отношений Уголовный кодекс устанавливает свои особые способы защиты. Что удивительно, сформированный в 1996 году Уголовный закон Российской Федерации в отсутствие четвертой части Гражданского кодекса, которая была принята позднее, четвертая часть Гражданского кодекса – это как раз та часть, которая регулирует право интеллектуальной собственности. Уголовный кодекс предусмотрел значительно больший объем защиты авторских, смежных прав, исключительных прав, нежели сегодня предоставляет закон гражданский. Так вот, от чего поможет защитить Уголовный кодекс и за что предусмотрена ответственность, в том числе и ответственность в виде лишения свободы, достаточно серьезные сроки. Что же нам дает Уголовный кодекс? От чего же он защищает и какие же инструменты охраны для авторов он предоставляет? Первая группа – это авторские права, права личные, права неимущественные. Статья 146 Уголовного кодекса предусматривает ответственность за присвоение авторства. И присвоение авторства понимается в Уголовном кодексе существенно шире, нежели оно понимается в кодексе гражданском. Но известное юристам постановление Пленума 2007 года Верховного суда, которое раскрывает понятие присвоения авторства, оно же плагиат, и в тексте уголовного закона используется, в общем, известный термин «плагиат», говорит о том, что присвоение авторства – это не только признание себя автором, того, чего автором ты не являешься, но и издание, в том числе и части произведения под собственным именем, опять же, автором которого ты не являешься. И исключение соавторов, реальных соавторов, из числа лиц, указанных в соответствующем издании. Уголовная ответственность не предполагает лишение свободы, однако предполагает возможное наложение штрафов. В юриспруденции существует понятие криминообразующих признаков. Если говорить простыми словами, это условия привлечения к уголовной ответственности. Что должно произойти, чтобы лицо было привлечено к уголовной ответственности за присвоение авторства? И здесь Уголовный кодекс тоже существенно шире кодекса гражданского и существенно шире уголовно-правовой охраны целого ряда иных отношений предусматривает в качестве условия уголовной ответственности причинение крупного ущерба, при этом не раскрывая понятие, что же есть этот крупный ущерб. В Уголовном кодексе используются термины «ущерб», «размер», «доход». В общем, для обычного человека, наверное, схожи, но для юриста имеющие существенные отличия. Когда мы говорим об ущербе, определить его стоимостными признаками довольно проблематично. И в данном случае этот ущерб не определяется какой-либо конкретной суммой, и Верховный суд рекомендует определять его сумму, исходя из обстоятельств конкретного дела. И в практике встречаются случаи, когда этот ущерб составляет абсолютно незначительные суммы, что является основанием для привлечения к уголовной ответственности. Это связано с тем, что право авторства, право личное, право особенное – право, в котором реализуется творческий потенциал каждого из нас. Во второй части данной нормы предусмотрена суровая ответственность до 6 лет лишения свободы. И здесь мы уже говорим о реализации так называемой контрафактной продукции. Учитывая экономический характер данных действий, в данной норме мы видим уже признаки крупного дохода в качестве криминообразующего признака, который тоже удивительно, но существенно ниже, чем признаки дохода во всех остальных составах, во многих составах преступлений, в том числе в сфере экономической деятельности. Пороговый размер составляет сумму в 100 тысяч рублей, а сумма особо крупного размера составляет 1 миллион рублей. Для примера, общая сумма
крупного дохода в главе о преступлении в сфере экономической деятельности составляет 2 миллиона 250 тысяч. 100 тысяч – 2 миллиона 250 тысяч рублей. Разница, как видим, существенная. Вторая группа прав, охраняемых уголовным законом, это права исключительные. Исключительные права – права имущественные, они предоставляют владельцу возможность использовать свое изобретение в предпринимательской деятельности. В 147 статье Уголовного кодекса установлена ответственность за нарушение патентных прав. Патентные права, права на полезные модели, промышленные образцы, изобретения предоставляют не только автору, но и патентообладателю возможность применять в практической деятельности то, что охраняется данным патентом. Сегодня на территории Российской Федерации действуют патентов на изобретения больше 250 тысяч, патентов на полезные модели более 45 тысяч, полезных патентов на промышленные образцы более 41 тысячи. Патентов действующих на текущий момент времени. Есть даже курьезные случаи, когда одно лицо в течение года подало заявки на 5500 патентов, но тем не менее, если Роспатент одобряет и устанавливает наличие соответствующих признаков, признаков новизны, технической применимости, исключительное право охраняется. Так вот, что же мы видим в Уголовном кодексе? В Уголовном кодексе в 147 статье мы видим уголовную ответственность не только за присвоение авторства, но мы видим уголовную ответственность в том числе за разглашение сведений, которые стали известны лицу на момент подачи заявки. То есть сам патент может быть не выдан, но лицо, которое обладает информацией о содержании запатентованной технологии, потенциально запатентованной технологии, будет нести уголовную ответственность. В этой же статье предусмотрена ответственность за присвоение авторства, но оно, в общем, понимается так же, как и в случае нарушения общего авторского права. И в этой же статье предусмотрена ответственность за принуждение к соавторству. При этом само принуждение в уголовном законе трактуется, в общем, весьма широко и предполагает не только классические действия с угрозой применения насилия или, собственно, самим применением насилия или каких-то прочих угроз, но и предполагает разглашение сведений, само понятие принуждения оценочное, разглашение сведений, которые в том числе могут соответствовать действительности, да, но тем или иным способом порочить лицо, которое принуждается к этому соавторству. Само использование также понимается в уголовном законе достаточно широко и не ограничивается только указанием авторства, собственно, вот этого уникального изобретения, которое защищается или будет защищено патентом Российской Федерации, но и предполагает патентование собственного устройства в тем лицом, которое не внесло достаточный творческий вклад и по содержательному критерию не может являться автором. Уголовная ответственность тоже до 6 лет. Лишение свободы по данной статье предусмотрено. И третье преступление, за которое также может быть лицо привлечено к уголовной ответственности, оно у нас уже расположено в главе 22 Уголовного кодекса, это незаконное использование товарных знаков и знаков обслуживания. Товарные знаки – понятие тоже закрепленное в Гражданском кодексе, в общем, достаточно понятное, но здесь есть один нюанс. С 2019 года российское гражданское законодательство позволяет регистрировать не только товарные знаки, но и географическое наименование не место происхождения товара, а именно географическое наименование. Сегодня зарегистрировано более 200 географических наименований. Очень интересные, кстати, встречаются. К примеру, урюпинские пуховые платки. Да, не оренбургские, как мы привыкли, да, а урюпинские. Или, например, вологодское не масло, а вологодский иван-чай. Да. Сам термин вологодский тоже применительно к какому-то продукту, тоже в отношении него также используется режим охраны, да, режим защиты исключительного права. Так вот, в 180 статье Уголовного кодекса установлена ответственность за незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара. 2023 года Роспатент разрешает регистрировать товарные знаки не только индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, не Роспатент, закон, конечно, Роспатент выполняет функции регистратора, но и самозанятым, коих сегодня в Российской Федерации насчитывается более 6 миллионов. Так вот, за что установлена ответственность? Что наказуемо? Наказуемо неоднократное использование чужого товарного знака в своей предпринимательской деятельности. Да? Осуществляется сбыт, продажа, реализация, производство продукции. Неоднократность при этом применяется тоже достаточно широко. Неоднократность предполагает привлечение к административной ответственности лица до того, как оно будет привлечено к ответственности уголовной.
И здесь мы тоже видим сниженные размеры, те самые криминообразующие признаки, сниженные размеры и сниженные условия привлечения к уголовной ответственности, которые составляют сумму 250 тысяч рублей. В отличие от той, которую я обозначала раньше, 2-250 для всех прочих составов. По данным Всемирной торговой организации, членом которой мы сегодня, безусловно, не являемся, но использовать результаты их интеллектуальной деятельности в своих исследовательских, научных и практических целях, я думаю, что вполне возможно. Так вот, по данным Всемирной торговой организации, интеллектуальная собственность, информация в целом, да, интеллектуальная собственность как часть этой информации является третьим по значимости ресурсом для развития всей экономической мировой системы. Первым является Земля, вторым является энергия. И сегодня мы видим, несмотря на частую критику российского закона, его несоответствие справедливости, гуманизму, сегодня мы видим, что действующее российское уголовное законодательство, не считая отдельных терминологических огрехов, обеспечивает максимально широкую, полную защиту авторского права посредством установления пониженных пределов ответственности, посредством расширения объема уголовной ответственности, посредством расширения способов совершения преступления. Поэтому, безусловно, российский уголовный закон находится где-то на грани изменения. Вероятно, эти изменения будут существенны. Связано это не только с геополитической ситуацией, но и с объективным изменением жизни, появлением цифровых технологий, появлением цифрового рубля и многих-многих вещей, которые, в общем, сегодня на слуху и всем известны. Вот. Однако те алгоритмы, те механизмы, которые выработаны еще в далеком 96-м году, сегодня показывают свою значительную эффективность на практике. Наверное, при принятии нового уголовного закона преемственность должна сохраниться.